Всем привет! Это моя стена. На этом месте висела картина. Когда я ее снял, увидел, что стена помокрела. За этой стеной соседняя квартира, и она не отапливается. А межквартирные стены, как правило, тонкие. Вот и имеем то, что имеем. А я уже привык, что на этом месте висит картина. И придумал нехитрый способ исправить ситуацию. Не стал заморачиваться, купил такую штуку. Тепловая картина или картина-обогреватель. Сейчас сделаем обзорчик и мой отзыв о ней. Заказал свою фотографию. Как выглядит фотография, мне нравится. Качество хорошее, хотя сфотографировано на обычный телефон. Сейчас включим. Вот так она выглядит. Рассмотрим поближе. Электричество поглощает 300 ватт. И цена вас удивит. Очень недорогая. В моем случае это вообще хороший вариант, так как у меня электроотопление. И это дополнительная возможность регулировать тепло. И распределять, как мне нравится. Как мне пообещали, теплоотдача идет от нее сразу. Так что не нужно ждать, пока нагреется комната. Она греет предметы, а не воздух. От нее идет тепло так моментально, сразу же. Чувствуется. Выглядит классно. Вписалась отлично в комнату. В общем, пока доволен. Не знаю, сколько она проработает. Даже если не будет работать, она классно смотрится. На сегодня все. Всем пока.